Следует усмирять тех, кто сеет повсюду грех, у кого чешутся руки, от кого горе до муки. Сейчас не сомневаюсь в том, уверен, как и многие в том, будущее не сулит ничего хорошего, исходя из оценок прошлого. Плохого сорока принесет, а хорошее само собой придет. Живи строго по закону Мерфи, оградив себя от иночерни. Как жизнь устроена, друзья, будущее предугадать нельзя. Экстрасенсы смотрят в будущее, однако верится лишь в сущее.